Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Марина Личу. Завтра на Урале сохранится вероятность небольших локальных осадков. При этом северные ветры продолжат поставлять холодный воздух с температурой немного ниже климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 6-8, в Тюмени плюс 7-9, в Челябинске плюс 9-11. Возможен дождь. В Кургане ночью облачно, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха плюс 2-4. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-12. Атмосферное давление будет слабо расти. 25 апреля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!